Скромность лишь украшает ее, а талант помогает завоевать еще больше сердец. Фарангиз Рахимбердиева. У нее шикарный голос. В тот момент она нас очень удивила своим исполнением, вокалом, тембром и своей скромностью. У меня настрой очень хороший, можно сказать, спортивный, да? Вот. Я в кастинге, когда пела, я не думала ни о чем, я для себя просто так пела. Но главное, вот это путь. Мы готовимся к этому, например, да, чтобы победить что-то. А мы, когда подготовимся, вот уже набираем еще опыта, еще больше что-то открываем. Я очень рада, что участвую, пришла сюда. Я бы хотела пройти в финал. Постараюсь от души показать себя. Поет замечательно. Можете преподнести. Надеюсь на сегодняшнее ее выступление, что она покажет еще лучший результат. На сцене Фарангиз Рахимбердиева, Узбекистан. Как настроение? Хороший. Все получилось? Почти. Почти? Ничего себе, почти. И она права. Да. Фарангиз, каждый раз удивляешь своим исполнением. Спасибо. Я не услышала ни одного фальша. И очень красивый тембр. Молодец. Спасибо большое. Прекрасное исполнение. И песня довольно-таки сложная очень песня. Спасибо, Фарангиз. Увидимся позже.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.